приехали 10 спортсменов. На сегодняшний день мы завоевали 3 золота, 1 серебро и 3 бронзы. Только за чертой двое наших участников, учащихся, да, заняли 5-е место, я один только проиграл. У нас сейчас работает чемпион мира Аджи Рустам Иванович. Да, ну, сборная Якутия, слава богу, мы вот начали с 15-го года, когда приехали в Хабаровск впервые на спартакиаду школьников. Вот. И у нас в то время один человек, это Кузьмин Костя, занял первое место. Вот. И ему начало развиваться. Прошло 4 года, и 4 года у нас есть 2 призера России по школьникам, по юношам, которые сейчас тренируются, и мы рассчитываем, будет бороться. И у нас сейчас растут новые ребята, которые показали достойную борьбу. На этих соревнованиях они заняли 3 первых места. Это очень хороший результат для начала. Но мы будем продолжать усиливать.